Как я пройду? Охотно. Ясно. Я все понял. Сейчас. И для меня нашлось дело. Ой, какие мы страшные! Хорошо. Приказ сейчас понятен. Понял. Ясно. Ясно. Да. Хорошо. Ребят, я не вижу. Слушаюсь. Ясно. Это невозможно? Поняла. Ясно. Хорошо. Да. Понял. Приступим к делу. Да. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Сейчас. Да. Это я сумею. А вот и я. Я все понял. Да. Да. Я все понял. Приказ понятен. Да. Препятствий не вижу. Сейчас. Охотно. Да. Один момент. Мне все пригодится. Приказ понятен. Понял. Начнем. Ну, держись. Я ранен. Да. Препятствий не вижу. Как увы, я не пройду. Хорошо. Препятствий не вижу. Ясно. Да. Хорошо. Охотно. Сейчас. Препятствий не вижу. Нет, надо, если другой.
Вот жизнь, ни минуты отдыха. Да. Препятствий не вижу. И мне так не пройти. Ага. Охотно. Я туда не пройду. Хорошо. Понял. Да. Да. Ага. Понял, сделаю. Да. Не уйдешь! Ну, кто-то сам напросился. Осторожненько. Да. Легко. Хорошо. Я туда не пройду. Мне так не пройти. Хорошо. Да, поняла. Приказ. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Слушаюсь. Ясно. Ага. Хорошо. Не вижу. Так не получится. Слушаюсь. Я понял. Ага. Препятствий не вижу. Понял. Ясно. Препятствий не вижу. Да. Понял. Кому тут не имется? Начнем. Я все понял. Да. Так не получится. Понял. Ага. Ага. Да. Один момент. Да. Понял. Мне все пригодится. Поняла. Поняла. Хорошо. Да. Ясно. Да. Хорошо. Ясно. Ага. Ясно.
Хорошо. Хорошо. Препятствий не вижу. Цель вижу. Да. И для меня нашлось дело. А вот и я. Следующий. Ясно. Да. Вот жизнь, не минуты отдыха. Понял. Ясно. Хорошо. Понял. Охотно. Понял. Слушай, понял. Да. Сейчас. Препятствий не вижу. Хорошо. Ясно. Вот жизнь, не минуты отдыха. Приказ понятен. Да. И для меня нашлось дело. Препятствий не вижу. Хорошо. Это моя профессия. Да. Хорошо. Ну и где моя добыча? Сделаю. Ясно. Приказ понятен. Да. Охотно. Понял. Слушаюсь. Нет ничего проще. Не уйдем. Сейчас. Слушай. Вот жизнь, не минуты отдыха. Да. Ясно. Вот жизнь, не минуты отдыха. Да. Поняла. Понял. Хорошо. Сейчас. Ясно. Понял. Поняла. Нет, здесь не пройти. Мне так не пройти. Увы, я не пройду. Сейчас. Препятствий не вижу. Так долго бежать я не могу. Препятствий не вижу. Понял. Приказ понятен.
Это я сумею. Да. Да. Сейчас. Да. Ой, какие мы страшные! Я люблю это искусство. Секундочку. Я все понял. Да. Вот жизнь, не минуты отдыха. Сейчас. Хорошо. Я все понял. И для меня нашлось дело. Сейчас! Трофеи вещь полезная. Понял. Это моя профессия. Вот жизнь, не минуты отдыха. Поняла. Вот уж не трудно. Один момент. Да. Моя рука. Да. Да. И для меня нашлось дело. Что у нас там? Хорошо. Я вот все жизнь, понял. Не минуты отдыха. Понял? Да. Хорошо. Ясно. Препятствий не вижу. Охотно. Слушаюсь. Да. Вот жизнь, не минуты отдыха. Слушаюсь. Хорошо. Я все понял. Да. Хорошо.
Ага. Охотно. Спасай свою шкуру! Да. Это я сумею. Дыхну стариной! Я уж лучше не спеша пойду. Ясно. Приказ понятен. Ага. Поняла. Понял. Слушаюсь. Понял. Я все понял. Да. Проще простого. Да. Сейчас. Ага. Ясно. Понял. Препятствий не вижу. Ясно. Ясно. Я не промахнусь. И для меня нашлось дело. Не твой день сегодня. Да. Подохни! Подохни! Не твой день сегодня! Ах, какой я жестокий! Поняла. Сейчас. Ясно. Да. Приказ понятен. Хорошо. Ага. Поняла. Я все понял. Ясно. Поняла. Охотно. Как не я получится. Пройду? Ясно. Слушаюсь. Я да. Понял. Да. Хорошо. Сейчас. Охотно. Хорошо. Препятствий не вижу. Так я не туда получится. Не пройду. Хорошо. Я все понял.
Приказ понятен. Да. Так не получится. Да. Сейчас. Не уйдем. Понял. Ясно. Ну-ка, ну-ка. Да. Да. Я все понял. Понял. Один момент. Приступим к делу. Я все понял. Да. Прощай. Я слишком устал. Приказ понятен. Да. Препятствий не видно. Да. Чего проще? Да. И для меня она спросила. Ну, держись! Да? Да. Да? Это я сумею. Да? Слушаюсь. Понял. Да. Да.
Да. Да. Да. Ну-ка, ну-ка. Да. Это я сумею. Слушай. Хорошо. Поняла. Ясно. Поняла. Ясно. Препятствий не вижу. Хорошо. Охотно. Препятствий Я... не вижу. Увы, мне дороги? Туда не пройти. Я Хорошо. Все понял. Я не могу больше бежать. Встаю быстро. Сколько еще мерзнуть? В такую погоду волк из логова не вылезет. Не заблудиться бы. Красиво здесь, да некогда любоваться. Опять ты? Ничего я про принцессу не знаю. Можешь не спрашивать. А я не спрашивать пришел, а сказочку рассказать. Ты что, милейший, спятил? Я деловой человек, у меня каждая минута на счету. Какие сказки? И впрямь грибочков объелся. Послушай, моя сказка не длинная. Жил-был один торговец, всем хорош. Да дела нечестно вел, губернатора обманывал. Долго ли, коротко ли, но в один прекрасный день... Не понимаю я, юноша, какие такие обманы? В один прекрасный день пропали у него бумаги важные. Отчеты бухгалтерские, если попросту. А там про махинации торговые все записано. И что? Приходит к торговцу человек и говорит: «Хочешь бумаги назад? Расскажи мне кое-что». Торговец был глупый и не поверил. В тот же день бумаги попали к губернатору. Интересная байка. А там только про торговца было? Ты про того человечка припомни. Он на здоровье не жаловался? А то времена неспокойные, всякое случиться может. По-разному рассказать можно. Есть печальная сказочка. С тем человеком и впрямь беда приключилась. А бумаги все одно к губернатору попали. Не так глуп человек был, чтобы бумаги с собой таскать.
Вот заладил губернатор, да губернатор. Не люблю я таких сказок, грустные они. Ты веселую расскажи. А чтоб веселую сказку рассказать, мне кое-что узнать надо. Ладно, спрашивай. Мне хороший конец услышать не терпится. Расскажи мне, кто обокрал Валерасиана и куда дел краденое. Откуда честному человеку это знать? Ну, слух пошел, будто одолела жадность ворюгу по имени Флейна по кличке Плешивый. Так, а подробнее? А что подробнее? Живет в земле заброшенных шахт.
Да. Я все понял. Хорошо. Охотно. Похолодал сегодня. Ничего, в бою согреюсь. А это место мне знакомо. Когда-то я здесь охотилась на оленей. Не заблудиться бы. Да. А это место мне знакомо. Когда-то я здесь охотилась на оленей. Да. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Да. Сейчас? Да. Хорошо. Хотела бы я иметь кошачьи глаза, чтобы видеть ночью, как днем. В такую темень врага и не разглядишь. Нет, я знаю, не охотничья собака. Да. Не заблудиться бы. Не заблудиться бы.
такую темень врага и не разглядишь. Все вокруг так спокойно. Самое время чему-нибудь случиться. Теплая зима выдалась в этом году. Даже озера и реки не замерзли. А это место мне знакомо. Хотел встречи? Вот тебе плешивый. Про сказку только не забудь, милейший. Ты это, что ли, мной интересовался? Лучше ты поинтересуйся, откуда у меня этот ящик с гербом Валеросиана? Тихо, без глупостей. Содержимое это в другом месте. Так что выбор у тебя простой. Либо ты со мной побеседуешь, либо я зову стражу. И с тобой разговаривает капитан Тельвар. Вот засада! Ненавижу городских! Ладно, сколько хочешь. Не сколько, а чего? Говори, как стрелка из этого ящика оказалась в трупе сыщика. Только врать не советую. Да я чего? Мне показали на сыщика ентова, мол, сделай так, чтобы он до земли прилег, а все на лесовиков подумали. Я его и... Ну, того. И стрелку воткнул. А где стрелку брать, я уже своим умом допер. С лесовиками ссориться-то неохота. Вот я у губернатора ее и... того. Оно куда проще. А старшой серый знает, как магические ловушки обойти. Что за старшой серый? Да появился у нас недавно. Я чего? Я его в глаза ни разу не видал. Как приходит, так морду в плащ закутает, кончик носа и то не увидать. И не разговаривает, а так бормочет чего-то. Знать боится, что голос узнаю. Может такое быть, что сыщик да лесовики лишнего чего узнали. Сыщик, знамо дело, чуть до принцессы не доискался. А лесовики, пес их разберет, может, видели, как серый переодевался. Ага, значит, ниточка опять ведет к лесовикам. Надо встретиться с ними в новом убежище, куда ведет тайная тропа, и выяснить, что они знают о человеке в сером. Эх, надо было у них раньше спросить. Хотя как же я мог спросить, если сам про этого серого только сейчас выяснил?
Ясно. Понял. Препятствий не вижу. Препятствий не вижу. Слушай. Вот жизнь, не минуты отдыха. Ага. Препятствий не вижу. Хорошо. Приказ понятен. Да. Препятствий не вижу. Хорошо. Охотно. Поняла. Да. Это я сумею. Понял. Молодец. И для меня она спасила. Интересно. Приказ понятен. Так не получится. Сейчас. Поехали. Ясно. Увы, мне туда не пройти. Вот так. Охотно. Да. Поняла. Хорошо. Да. Эх, тряхну стариной. Да. Это я сумею. Потом. Мне тут найдется дело. Хорошо. Не могу. Приказ понятен. Да. Приказ понятен. Еще один. Да. Да.
Секундочку. Ха! Мне нашлось дело! Трофеи – вещь полезная. Препятствий не вижу. Да. Можно и погулять. Поняла. Ясно. Да. Так, нет, здесь не пройти. Путь. Да. Да. Поняла. Понял. Я все понял. Да. Сейчас! Прощай! Приказ Слушай. Понятен. Ясно. Хорошо. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Да. Препятствий не вижу. Да. Это я сумею. Да? Не твой день сегодня. И для меня нашлось дело. Да? Хорошо. Может быть, есть другой путь? Так не получится. Понял. Я все понял. Хорошо. Трофеи – вещь полезная. Слушай. Умри! Да. Подох! Сейчас. Сейчас. Хорошо. Препятствий не вижу. Сейчас. Хорошо. Да. Ясно. Приказ понятен. Да. Нетрудная работа. Это я сумею.
Понял. Ясно. Хорошо. Слушай. Я все понял. Поняла. Ага. Ага. Слушаюсь. Я вот все жизнь, понял. Не минуты отдыха. Препятствий не вижу. Да. Секундочку. Проще простого. Нетрудная работа. Ха! Мне нашлось дело! Да. Секундочку. Ага. Я все понял. Да. Один момент. Да. Да. Это я сумею. Один момент. Понял. Ясно. Я все понял. Хорошо. Ага. Да. Да. Сейчас. Приказ понятен. Да. Ясно. Хорошо. Приказ Хорошо. Понятен. Ясно. Да. Вот жизнь, не минуты отдыха. Так не получится. Это невозможно. И мне туда не пройти. Да. Может быть, есть другой путь? Слушаюсь. Да. Поняла. Вот жизнь, не минуты отдыха.